Вода из голубых озер течет в Казанку. Здесь вот впадает. Там река вполне большая, а здесь, да? Да, какие большие опа выросли. И блед. Прямо на берегу Казанки. Думаю, что-нибудь кормить хотят. Кто летит, а кто пешком бежит.
Река Казанка так-то в этом месте не замерзает. Видимо, родники из теплых озер синих текут сюда, и вода от них теплая постоянно. Thank you.